Приветствую! Сегодня мы начинаем цикл бесед по очень важным для Молдовы проблемам. Я отобрал, ну, наверное так, проблем 30-40 мы рассмотрим в этом цикле, а может быть даже и больше. И начнем с проблемы, которая, на мой взгляд, является самой главной, самой существенной. Мы сегодня будем говорить с вами о коррупции в Молдове. Миф это или реальность? Вы можете спросить, какой миф? Все же знают, что коррупция в Молдове есть. Вы знаете, удивительно, но не все. Есть люди, политики, бизнесмены, которые нас уверяют, что никакой особой коррупции в Молдове нет. Ну так, с погрешностью небольшой. Но прежде чем рассказать об этих высказываниях и прокомментировать их, я хочу такое бессмертное, наверное, выражение одного политика. Я не буду называть его. Ему принадлежит такая фраза. Я хочу, чтобы было либо меньше коррупции, либо больше возможности участвовать в ней. Вы знаете, мне кажется, что любой из молдавских политиков мог бы это произнести. До выборов хочу, чтобы меньше было, после выборов хочу больше участвовать в ней. Потому что действительно, придя к власти, политики в Молдове очень существенно меняются. Так вот, вернемся к высказываниям о том, что коррупция не такое уж и большое зло. Известный политолог из команды Игоря Дадона, экс-президента, Корнел Чуря заявил, борьба с коррупцией – это ширма, за которой скрывается желание убрать неугодных. Ну, удивило, честно говоря, меня это высказывание, но это его точка зрения. И тут же ему, как бы повторяет эту мысль, один бизнесмен, недавно вышедший на свободу, назовем его Вячеслав Платон, который говорит, коррупция ⁇ это миф. Да, она есть, но в очень небольших масштабах и никак не влияет на экономику. При этом Вячеслав Платон ссылается как бы... На собственный опыт. Но есть и другие точки зрения. Посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко: коррупция представляет собой наибольшее зло, которое приводит к снижению качества жизни, мешает развитию экономики. Я не, не точно цитирую, передаю общий смысл высказывания, мешает привлечению инвестиций и так далее. То есть зло и очень серьезное, по мнению ряда экспертов, и политиков, которые, уходя в отставку, начинают говорить на эту тему, в коррупции крутится ежемесячно порядка 50 миллионов долларов. То есть это то, что получают различные чиновники разного уровня, руководители госпредприятий, работники муниципальных предприятий и так далее. 50 миллионов долларов в месяц. Это в год 600 миллионов долларов. Нам вот сейчас помощь там предлагают 600 миллионов евро, и мы так радуемся, вот придет помощь 600 миллионов евро. Но примерно эту же сумму съедают ежегодно наши коррупционеры. И более того, есть даже исследования, которые показывают, что эта сумма гораздо больше. Коррупция на самом деле это преступление номер один. В государстве. И не решив эту проблему, хотя бы частично мы ну, не испытываем такую иллюзию, что вот кто-то придет и полностью ликвидирует коррупцию. Этого нигде в мире нет. Но в чем вред коррупции? Первое коррупция тормозит развитие экономики. Второе разлагает систему госуправления. Третье препятствует развитию бизнеса, углубляет социальное неравенство. Потому что тот, кто дает деньги, имеет больше возможностей в образовании, в здравоохранении и так далее. И разлагает политическую систему. И этот перечень можно было бы добавить в очень много еще вещей, где мы чувствуем, видим отрицательное влияние коррупции. Давайте разберем, что такое коррупция в Молдове. За что и кому дают взятки. Первое. За выигрыш тендера. Об этом много писали, говорили. Откат от тендера, та компания, которая выигрывает, в скобках случайно, или в кавычках, или случайно, она откатывает, отдает тому, кто проводит тендер, от 10 до 30 процентов стоимости продукции. Ну и скажите, ну и что, что отдает? Так вот, эти 10 30% потом ложатся на саму стоимость. И мы уже платим за счет бюджета, за счет госпредприятий, оплачиваем вот эту дополнительную стоимость. Это у нас крадут. Крадут чиновники и те бизнесмены, которые вступили с ними в сговор. Вознаграждение за получение контрактов. Заказывают какую-то работу, министерство, агентство, госпредприятие, и ищут, кто выполнит эту работу, и сразу же на берегу договариваются. Слушай, ты выиграешь тендер, конкурс, но ты должен мне отдать от стоимости общей ну, процентов 10, самые скромные говорят, а некоторые хамовитые и привыкшие рвать, 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 до 50% требует. Ну и что, скажете вы? Да и то, что стоимость этого контракта увеличивается во много раз. И эти деньги тоже тратятся, это наши деньги на это тратятся, которые попадают в карман тех, кто имеет печать, кто имеет кресло, кто занимает какую-то должность. Взятки в правоохранительной системе и судах. Ну, это вообще песнь песней. Тут много можно рассказывать, и эта тема, она как бы вечная. Берут судьи, берут прокуроры, берут полицейские. Вы скажете, ну это слова, в общем-то, а где доказательства? И за что берут? Ну, понятно, судьи берут, чтобы процесс закончился так, как хочет тот, кто дает взятку. Прокуроры дают, чтобы закрыть дело или открыть на конкурента дело. Ну и полицейские берут и за то, другое, третье, четвертое. Я вам хочу привести такой пример из жизни. Значит, известный случай, ну, те, кто в теме его хорошо в Молдове знают, посадили, кажется, несколько компаний за обналичку денег. Ну, там очень большие суммы они обналичивали, сотни миллионов леев. Ну, справедливый суд, справедливый приговор, наказание. Вроде бы тема завершилась, закрылась. Но как только их посадили, прокуроры прошли по тем, кто обналичивал деньги, их, оказывается, не привлекли сразу к суду. И с каждого, чтобы на него не открывали дело, взяли взяточку от очень маленькую по их, они говорили, очень щедро мы берем. Ну, 10 тысяч, 20 тысяч, с некоторых 30 тысяч долларов. А таких было несколько сот. Вы представляете, какой урожай собрали прокуроры? О судьях в свое время прогремела история. Задержали одного очень известного, ну скажем так, мягко авторитетного бизнесмена. Акцент на слово ⁇ авторитет ⁇ И мне рассказывали высокопоставленные чины в МВД, что чтобы его освободили, предлагали им взятку до 1 миллиона долларов. Они... Ну, со смехом потом расскажу, мы мужественно отказались. И какие же мы были идиоты. Прошло какое-то время, и судья отпускает этого авторитетного бизнесмена. В течение часа он покидает страну. Сколько взял судья, мы можем только гадать. И в этом плане вы понимаете, что когда система порочная... Ну Но какой нормальный инвестор придет в нашу страну. Да и бизнес какой будет развиваться, если знает, если кто-то захочет наехать, кто-то купит прокуроров, кто-то купит судей, от этого не избежать потом наказания. Национальный центр по борьбе с коррупцией, скажете вы, они же должны разоблачать. Да, они разоблачают. Они за доложили что там в течение этого количества лет сотни уголовных дел они открыли там особенно на продажных полицейских и что за пять лет судили только дв, вернее, судили многих но только 12 полицейских попали в тюрьму и получили различные сроки сотни открытых дел и 12 только наказанных. То есть вы понимаете, что происходит. Коррупция на таможне. Это песнь песней. Таможня попадает в, троп, в топ самых коррупированных учреждений Молдовы. За что берут взятки? За того, чтобы таможенные товары, которые проходят, чтобы на них занижались цены. Это самый распространенный бизнес в кавычках и бизнесменов, и таможенников. И за сам факт прохождения, даже если ты честный, абсолютно, ты хочешь нормально пройти, но ты не договорился с таможенниками, ну, я надеюсь, может быть, что это было в прошлом, что сейчас уже этого нету. Ну, тут, я думаю, многие из вас скажут, да-да, нету, есть, еще как. Так вот, если ты абсолютно честный, все хочешь, как говорят молодежь, по чесноку, но твой товар останавливают, не пускают, там есть, если я не ошибаюсь, несколько зон. Зеленая, желтая, красная. И тебя засылают или в красную зону, или в желтую зону, и держат там твой товар. А почему это делают? Я вам приведу такой пример. В 2000-х годах у нас была так называемая рыбная мафия. И вот мне один пострадавший от этой рыбной мафии рассказывал, говорит, вы знаете... Но я ничего не мог сделать. У меня абсолютно честный белый бизнес. Я давно работаю с рыбой, с рыбопродуктами. Все меня знают. Но когда рыбная мафия договорилась с властью наверху и власть дала команду таможенникам, значит, все мои товары начали задерживать. А в чем дело? Две-три фирмы, которые договорились там наверху, так называемая рыбная мафия, они полностью заняли вот этот рынок, а всех остальных не, не убивали. Просто товары их не пропускали в Молдову. Прошло 3, 4, 5 месяцев, и все поняли, что с этого рынка надо уходить. Этот рынок захвачен мафией. Вот такие примеры. И вот интересно, Минюст в, в 2020 году объявил, что мы будем бороться с со всем, что там происходит на таможне. И в первую очередь мы нанесем удар по контрабанде. Полагалось в 10 раз увеличить штрафы за контрабанду и увеличить сроки тюремного заключения. В июле, в июне, вернее, 10 июня прошлого года правительство одобрило этот документ. И действительно, возросли наказания за перевозки с нарушением пассажирской перевозки. А почему-то пункт с контрабанды пропал. Ну, выпал случайно в правительстве. Видимо, кто-то со стола уронил бумажку эту с этим пунктом и не смогли ее найти. Вот интересно, кто уронил и сколько за этот подвиг этот герой получил. Коррупционный бизнес чиновников разного уровня, за справки и прочее, прочее. Да, здесь нету больших сумм, здесь определенная такса. Но тут как в том выражении, кур, курочка по зернышку клюет, чтобы сытая была. Но люди уже привыкли, слушайте, за все надо платить. Там 10 лет, там 50 ли там 100, там 300, там 500 и так далее. Это спрут. И он работает и наш центр по борьбе с коррупцией ни черта не может сделать. Они все куда-то смотрят туда. Вымогательство. Это санитарные врачи. Это полицейские. Это пожарники. Каждый, который работает в этой системе, хочет получить что-то свое. И в основном бизнес вынужден с этим делиться. Ну а то, что касается полицейских, простые граждане вынуждены делиться. Скажите, ну и что страшно? А страшно, что если есть нарушение, все это должно попадать в штрафы в бюджет. И тогда бы бюджет пополнялся. И люди бы понимали, что да, они нарушили закон, они нарушили какие-то правила, инструкции. Да, они несут за это наказание. Но когда это уходит в чьи-то карманы, тут и несправедливость, и самое главное, бюджет проигрывает. И тоже власть как-то на это смотрит привычно. Знаете, такое впечатление, что кому-то отдается накормление работать по тендерам, там брать откаты, кому-то по контрактам какие-то услуги заказывать, а кому-то вот на дороге орудовать или там ходить штрафовать за, санит... за нарушение санитарии, пожарных правил и так далее. Каждому как бы свое, и всем хорошо, кроме граждан, кроме государства. Или вымогательство в вузах, зачеты, экзамены, так называемый бизнес недобросовестных педагогов. Вы знаете, мне с одной стороны жалко педагогов, они очень мало получают, но с другой стороны, что делается? те, кто заканчивает, кто привык платить за экзамены, за зачеты, мало то, что они становятся паршивыми специалистами, потому что нет реальных знаний, они привыкают. А мы отдавали, теперь на новом месте, кем бы они там потом не работали, врачами, тоже преподавателями, допустим, или где-то чиновниками, а еще хуже, судьями, прокурорами, мы должны вернуть эти деньги. Мы же отдавали, теперь нам должны давать. Зачем мы страдали? Мы должны все себе вернуть. И тоже громадные взятки. Даже обидно говорить о системе здравоохранения. Да, у нас есть много хороших, честных врачей. Но у нас в системе здравоохранения сотни миллионов лей тратится на взятки различного уровня. А если говорить об откатах, там за медикаменты, за прочее-прочее, там уже исчисляется миллиардами леев. И там уже бюджет несет непосредственные э, затраты. И это тоже бьет по простым гражданам. Взносы на политические партии. Это супер ужасная система. Потому что партия, собирая деньги с бизнесменов, Потом должны им возвращать. А как они возвращают? Какими-то тендерами, какими-то там понижая налоги, какие-то выдавая им льготы. И это тоже за счет государства, не за счет лично власти, там кто пришел к власти. Они залазят в государственные интересы и тратят на тех, кто помогли им победить. Это страшно, когда уже политическая система коррумпирована. Согласно опросам исследования аналитической компании «Эксперт Групп», ущерб от взяточничества оценится в нашей стране от 8 до 13% ВВП. Мне кажется, это даже заниженная цифра. Ежегодные прямые потери за взяток равны от 3 до 6% национального бюджета. То есть мы там с этого национального бюджета какие-то жалкие проценты уходят на образование, здравоохранение, и какая-то значительная часть уходит на взятки, то есть за счет медицины, за счет педагогов, за счет дорог, которые должно государство строить, и прочее, прочее. Вот это идет накормление жуликов, которые находятся у власти. Вы знаете, проблема действительно очень серьезная и я хочу завершить эту передачу таким вопросом, который всегда звучал, кто виноват, вот мы увидели, кто виноват, а теперь что делать? Тут надо очень много сделать. Первое, это жесточайший контроль за доходов чиновников всех уровней, депутатов, прокуроров, судей, полицейских. Это должен быть абсолютно все прозрачно. И не только то, что они там пишут в декларациях, должны быть Тысячу раз все проверяться и перепроверяться. И не только их, но и родственников. Потому что многие поняли, что надо все записывать на родственников. Поэтому, когда требуют декларации, надо ввести правила, чтобы декларации давали и жены, и дети, и, возможно, ближайшие родственники. А потом сопоставить их расходы с их доходами. Надо ввести жесткое правило. В Сингапуре ввели, там, в некоторых других азиатских странах, презумпцию, или даже в Гонконге, презумпцию виновности. То есть не государство должно доказывать, что чиновник виновен, а он должен доказать, что он не виновен, что этот дом он построил за счет собственных денег, там выезжал летом, клубнику собирал в Германии или там в другой стране машину купил и прочее, прочее в этом. Да, жестоко, да, это мы привыкли, должна быть презумпция невиновности. Но если мы хотим побороть коррупцию, надо переходить и достаточно жестким мерам. В том числе, такие как конфискация имущества. И не только коррупционера, но и родственникам его, которые не смогут доказать, что то, что у них есть, нажито их непосильным трудом. Вести ответственность государства за ошибки чиновников, потому что очень часто эти ошибки связаны с тем, что он получил взятку, и он принимает какие-то решения, которые наносят удар по тому или иному бизнесу и так далее. Особенно это может быть со стороны прокуроров, судей, да и чиновников, которые занимаются разными контрольными функциями и пусть государство отвечает, а потом с этих чиновников взыскивает, пусть и они несут ответственность. Принять закон, по которому должностное лицо, скрывающееся от следствия, может быть заочно осуждено, а не ждать только, когда оно вернется. Пусть получит срок, а потом его разыскивают по всему миру. Но он уже будет осужден. О а том некоторые как бы убегают, и все на нет и суда нет. Все законодательные инициативы должны иметь авторство, потому что в, в многих из них есть коррупционная составляющая, и мы должны видеть личика тех, кто подготовил эти законы, а не абстрактно правительство дало закон. А кто разрабатывал правительство этот закон? Покажите автора, или там депутаты десятками подписываются найти виновного трудно. Кто внес первый, кто на обсуждение? Давайте найдем. И кто помогал, кто продвигал этот закон? Знаете, на этом я хочу полностью уже завершить. Коррупцию победить нельзя. И вот то, что я вам говорил, это страшная вещь, но надо быть реалистом и понимать, что год, два, три, четыре, пять надо бороться, 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 и, может быть, потихонечку мы начнем достигать успехов. И есть пример. Есть пример Грузии, где удалось нанести серьезнейший удар по коррупции. Там перестали брать взятки судьи, там перестали брать взятки полицейские. Да, вы можете сказать, единичные случаи есть. Единичные случаи. Там чиновники боятся брать взятки, соседняя Румыния. Я не скажу, что там все хорошо, как там румыны говорят, они взятку называют шпага. Дают взятки, но уже не в тех размерах, которые было 5, 6, 7 лет назад. А почему? Потому что сидят многие министры, сидят очень много высокопоставленных чиновников, сидят политики. То есть они, румыны, увидели, что государство серьезно борется с коррупцией. И я хочу, чтобы у нас тоже началась эта борьба. И я очень надеюсь, что она все же начнется после 11 июля, когда мы наконец изберем нормальный парна парламент и к власти придут честные люди. Спасибо, до следующей встречи.